За утро в Оренбурге произошло 3 крупных аварии. На перекрестке Туркестанской маршала Жукова Дэоне Нексия столкнулась с Ниссаном, в результате чего водитель Дэо доставлен в больницу. Вторая не менее серьезная авария произошла на пересечении проспекта Братьев Крастылевых и улицы Ногина. Водитель легковушки сбил человека, который переходил проезжую часть. Пешеходу потребовалась медицинская помощь. Огромную пробку создала авария на мосту по улице Терешкова. И ВАЗ въехал в АКУ, водитель малолитражки госпитализирован. И сейчас о других ЧП и происшествиях расскажем в нашей рубрике «Ориентировка». Попытка проскочить на желтый не удалась. Сегодня рано утром на пересечении улиц Рыбаковской и Пролетарской произошло ДТП, в результате которого иномарка чуть не врезалась в столб, а второй автомобиль получил серьезные повреждения. На зеленый свет трогался, выезжал на перекресток, и тут Дэо Матис появился. Тормозить не успел, въехал. Я ехал прямо по Рыбаковской. Она вылетела на красный уже, я на этот зеленый тронулся. Вылетел на красный. Снесла мне. Говорить на камеру свою версию водителя иномарки не стала, но без камеры пояснила, что ехала прямо и заканчивала маневр на желтый сигнал светофора. Помимо прочего, в машине вместе с женщиной находился ребенок. К счастью, он не пострадал, как и остальные участники ДТП. Кто кого не пропустил и кто же в итоге из водителей не соблюдал правила дорожного движения, будут выяснять сотрудники ГИБДД. Сегодня около половины четвертого утра на улице Есимова загорелась машина. Пламя охватило автомобиль «Рено» на парковке возле жилого дома. Пожар тушили 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Но огонь все же перекинулся на стоящую рядом «Ауди» и еще один автомобиль. В результате у них оплавились задние бамперы. В автомобиле «Рено» огонь повредил отсек двигателя и салон. Предварительная версия случившегося – неисправность механизмов и узлов транспортного средства. К счастью, в автомобилях никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Внимание, разыскивается Сергей Петров, мужчине 43 года. 20 июля он уехал из Оренбурга в набережные Челны на автомобиле «Шевроле Авео» и пропал без вести. Рост 175 сантиметров, телосложение коренастое, лицо смуглое, глаза серые, стрижка очень короткая, волосы темные. Имеется татуировка на теле в виде профиля Ленина, на шее цепочка с крестом. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам, указанным на экране.